Осторожно, спорные назначения. Нам стало известно, что сейчас в кулуарах власти обсуждают кандидатуру на пост руководителя подразделения Ростехнадзора по Саратовской области. В связи с этим называется имя Сергея Бурлина. Он много лет работал в структурах налоговой службы, возглавлял налоговую инспекцию Ленинского района Саратова. Кроме того, имя Бурлина на слуху в связи с уголовным преследованием бизнесмена, владельца стейкхауса «Черчилль» и экс-главы «Росагро Саратов» Олега Фельченкова. Бизнесмен был задержан в январе прошлого года по подозрению в мошенничестве и манипуляциях с налогами. Речь идет о многомиллионных суммах. Есть сведения, что обвиняемый дружил с Сергеем Бурлиным. Сам Бурлин проходит по этому уголовному делу как свидетель, но его коллеги по цеху считают, что не все так безобидно. Это, скажем так, хищение практически невозможно осуществить без помощи какого-то должностного лица с Федеральной налоговой службы. По поводу спорного назначения Сергея Бурлина главой саратовского Ростехнадзора мы пытались получить комментарий у главного федерального инспектора по Саратовской области Марины Алешиной. Безрезультатно. Между тем, общественность оказалась куда более отзывчивой. Так, Саратовский общественный антикоррупционный комитет собирается вмешаться в это дело. С своей стороны, как общественная организация, мы обязательно обратимся в правоохранительные органы. Вот мы ничего не можем, как говорится, говорить без правоохранительного органа, поэтому мы обязательно письменно обратимся в правоохранительные органы, чтобы они непосредственно проверили, замешан ли человек в какой-нибудь коррупционной деятельности.